В пещере Таврида установили перевернутую елку. Искусственное дерево подвесили вверх тормашками к потолку одного из залов при помощи троса и альпинистского снаряжения. Установили на 6-метровой высоте, заранее обмотав золотой гирлянды. Такая необычная идея пришла специалистам еще летом. Местные сотрудники между собой называют этот научный комплекс «пещера наоборот», так как она образована напорными водами снизу, то есть обратным способом. Экскурсоводы подготовили посетителям сюрпризы. Помимо той информационной нагрузки, которую мы даем в течение всей экскурсии, некоторые из персонажей, про которых мы рассказываем, они живут, и они вклинятся в саму экскурсию и будут показывать подземный мир Тавриды.